11 раз за сутки выезжали тюменские пожарные на тушение травы в районах. Это примерно в 2 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Больше всего случаев зафиксировано в Ишиме и Ишимском районе. В Тюмени серьезных возгораний мусора или травы нет. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС. Отмечу, что пожароопасный сезон в этом году в области объявлен с 15 апреля. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Мур. Будет усилен комплекс мер по предотвращению возгораний. Так, Тюменская база авиационной и наземной охраны лесов организует дежурство групп и патрулирование лесных массивов. В регионе увеличат силы и средства для борьбы с природными пожарами. Готово на 14% больше техники, чем в прошлом году, а именно 1326 единиц. Численность профессиональных десантников пожарных увеличена до 120 человек. Кроме того, уже сформирован сводный план тушения лесных пожаров на этот сезон. Утверждены 14 маршрутов авиационного патрулирования и 272 наземного.